Приветствую вас, на связи Вячеслав Опилкин, и в этом видео я хочу сделать обзор очень интересной площадки для рекламы ВКонтакте, для добавления друзей ВКонтакте, ну и для автоматизации всех ваших действий, которые можно сделать с помощью программы, как раз таки которая находится вот на этой площадке, и обзор которой я сейчас вам покажу. Так, давайте перейдем к обзору. То есть эта площадка называется HackPR, вот такая вот площадочка, то есть тут интерфейс. Различные топ-предложения можно также размещать. И для того, чтобы вам не зарегистрироваться, то есть нужно просто нажать на кнопочку «Регистрация». Под этим видео я как раз таки оставлю ссылку на эту площадку. Можно будет по ней перейти и зарегистрироваться. То есть нажимаем «Регистрация». Здесь можно будет ввести свой email, придумать пароль и повторить еще раз пароль и нажать кнопочку «Зарегистрироваться». То есть я уже это делал. Сейчас просто сделаю вход. Вот, и вот после входа попадаем в вот такой вот личный кабинет. Вот, и здесь вот можно будет, получается, размещать как свои рекламные какие-то предложения. То есть здесь вот по каждой вот этой ссылочке можно нажать, написать какой-то свой текст, разместить. Можно в таком блоке разместить. То есть здесь разместить сообщение, фотографию, ввести рекламный текст, ссылочку. И вот здесь, получается, один день стоит 0,2 USD. Вот, также здесь можно добавляться в VIP-ленту. То есть и вот наше предложение можно разместить в VIP-ленте. Но вот это вот все доступно, когда вы находитесь уже на VIP-тарифе. То есть VIP-тариф здесь стоит $10. Вот. Ну и сейчас я объясню все преимущества этого VIP-тарифа и покажу еще очень крутую программку, которая нам облегчит работу именно ВКонтакте. То есть после того, как вы зарегистрировались, можно перейти к настройке вашего профиля. То есть здесь уже прописать все свои данные, например, на соцсети, свои контакты. Вот, и здесь можно будет как раз таки прописать свое вот это вот VIP-предложение, которое можно будет размещать в VIP-ленте. Вот, также здесь есть вкладочка «Управление аккаунтами». Вот эта вкладка дает нам возможность проходить ротации. То есть, когда у нас куплен VIP-тариф, мы можем сюда подключить несколько своих аккаунтов, и вот всем вот этим аккаунтам будут добавляться друзья. То есть, что очень хорошо для нас, для людей, кто работает по моей системе «5 шагов к бесплатному трафику». На нее я тоже ссылочку под этим видео оставлю. Вот эта система очень хорошо помогает. То есть сюда у нас добавляются друзья, мы их обрабатываем, и они уже заходят на наше предложение. Так, дальше раздел «Ротация». Вот у меня здесь добавлено два аккаунта. И здесь вот на VIP-тарифе, то есть я могу проходить ротацию. То есть вот друзья постоянно здесь добавляются. То есть если бесплатный тариф, то здесь надо будет вручную уже добавлять друзей. А так на VIP-тарифе, то есть они здесь добавляются сами. Уже ротации проходить не нужно. Так, и вот сервисы, лента постов. То есть здесь можно тоже свои предложения размещать, типа таких же. И вот можно 10 поднять, и у вас автоматом будет каждый день на VIP-тарифе происходить. Топ-предложение. Тоже здесь можно здесь разместить свое топ-предложение. Рассылку сообщений можно делать. То есть по всем пользователям можно создавать рассылочки с каким-то своим уже предложением. И вот получается, по всем пользователям эта рассылка стоит $5. Так, мои публикации раздел. То есть здесь можно также вот разместить какую-то свою публикацию и уже ее в ленте опубликовать. Вот и раздел «Ваше рекламное объявление». То есть здесь вот я вот уже размещал такое рекламное объявление, которое вот потом вот здесь вот уже вот в этой ленте будет появляться. То есть люди будут реагировать, также переходить, подписываться на наши ссылки. Вот, и самое важное в этой системе, что мне больше всего понравилось, есть такая программка HackVKBot называется. То есть переходим вот на эту вкладочку. Вот, и здесь у нас получается активация программы. То есть все, подробное видео есть. То есть скачать эту программу на компьютер можно будет, установить ее. Но единственное, надо будет отключить антивирус, потому что он ругается. Как будто в программе какие-то есть вирусы, но я ее установил на компьютер. То есть все нормально работает, никаких вирусов там нет. То есть не волнуйтесь, все будет нормально. То есть скачиваем по этой ссылочке программку и смотрим инструкции по установке этой программы. Вот, но программка работает только на VIP-тарифе. То есть когда вы оплачиваете VIP-тариф, вас можно будет уже через вот эту вот форму отправить заявку. То есть здесь надо будет указать ваше имя, ваше ID системы. То есть вот этот вот ID. И электронный адрес, на который вы регистрируетесь. То есть отправляете заявочку, потом возвращаетесь на сайт, устанавливаете программку. И потом уже в этой программе авторизуйтесь. И вот здесь давайте еще рассмотрим функции, которые делает эта программа. То есть есть отдельная вкладочка. И вот здесь уже
подробное видео по всем настройкам этой программы, то есть по использованию какой-то функции. То есть есть функция автодобавления заявок в друзья. То есть здесь программа автоматически, ну, наподобие как ВК-босс, добавляет, отправляет сообщение. Ну, конечно, ВК-босс намного лучше работает и удобнее, чем эта программка. Вот. Но я здесь в основном пользуюсь вот этой вот функцией ротация друзей на сервисе Лидер Пиара. То есть здесь программка автоматически может нам проходить ротацию, как 20 друзей может добавлять, как 10 друзей может добавлять в день. Вот, и то есть очень удобная функция. Она сама заходит в мой аккаунт и потихонечку начинает добавлять 10 человек друзья, тем самым проходит ротацию в Лидер Пиара. Очень удобная функция. То есть, если рутинные работы свои позволяют избавиться от рутинной работы, то есть кому-то неудобно там сидеть, 20 человек приглашать или 10 человек приглашать. То есть программка сама пригласит, еще проставит лайки на страницу и тем самым, то есть, привлечет людей в друзья. И давайте я вот немножко кусок покажу видео. Показать браузер. Программа заходит в ваш аккаунт ВКонтакте. После этого переходит на сайт Лидер Пиара. И авторизуется с помощью вашего аккаунта ВКонтакте. Если есть на данный момент контакты и вы находитесь не в ротации, то программа начнет проходить ротацию и добавлять по 20 человек на данном сервисе. Как мы видим, сейчас программа посмотрела, что я нахожусь в ротации. Вот маленький кусочек из видео я показал. То есть программка автоматически сама заходит в Лидер Пиара и начинает добавлять друзей. То есть она добавляет друзья, лайкает их и так вот. В день можно 2 ротации проходить. Но если у вас 20 человек, то 1 ротацию. Если 10 человек на VIP-тарифе, то можно с утра проходить и вечером проходить ротации. И тем самым уже привлекать друзей на свою страницу. Вот. Также есть функция лайв-трансляции ВК. Тоже очень прикольная функция. На автомате задаем все данные. Регистрируемся в рестриме. Подгружаем туда свое видео для трансляции. И можно будет подгрузить текстовый документ, который программка будет брать, добавлять в пост и запускать лайв-трансляции, то есть тоже на автомате. В программе есть даже еще планировщик, который запускается, и уже от вас вообще никаких действий не требуется. То есть планировщик, компьютер у вас когда включен, планировщик запускается. Вот я сделал на 12 часов и на 9 часов вечера. То есть он в 12 часов у меня запускается, выполняет свои задачи, проходит ротации и выключается. И потом также в 9 часов он выполняет свои задачи и опять как бы отключается до следующего дня. То есть и третья вот функция — это Stories ВК на автомате. Тоже также в программу загружается все, и Stories можно опубликовать. Рассылка сообщений по группам. Я этим не пользуюсь, то есть за это могут забанить, и поэтому лучше это не делать. То есть а так вот основные функции Stories ВК на автомате, лайв-трансляции и вот ротации в Лидер Пиара. Вот этими тремя функциями я пользуюсь. То есть я сделал планировщик, и у меня каждый день запускаются вот эти вот функции на моих двух аккаунтах. Вот, и вот хочу показать вам скриншот моего планировщика. То есть он у меня на другом компьютере работает. Вот получается, вот я сделал ротации. То есть она вот через 3 часа запустится. После этой ротации идет потом ротация для другого аккаунта. То есть они вот друг за другом, вот эти, после выполнения одной задачи, подключается вторая задача. То есть потом третья задача, четвертая, пятая задача. И вот так вот они все выполняются друг за другом. Очень удобно, то есть рутинные действия вообще сокращают мне, то есть и мне не нужно уже ничего этого делать. Уже на двух аккаунтах все эти действия происходят, люди добавляются, ротации смотрят и подписчики идут уже в рассылку мою. Вот поэтому очень рекомендую пользоваться этим сервисом, этой программкой, то есть здесь можно и размещать рекламные свои какие-то предложения, то есть можно на любой какой-то свой проект, на сервис, то есть очень много возможностей здесь. Также можно по партнерской программе получать комиссионные, то есть вот у меня тоже здесь идут комиссионные, то есть люди регистрируются и можно, то есть, уже зарабатывать также по партнерской программе и использовать, например, вот эти заработанные деньги уже для покупки вот этой программки. Под этим видео я как раз таки оставлю ссылочку на регистрацию в этом сервисе и оставлю ссылочку еще на мою новую программу 5 шагов к бесплатному трафику. То есть она как раз таки продвигает вот этот сервис. И можно с помощью готовой воронки продаж, то есть настроить все вот эти вот пошаговые действия, то есть которые будут вести человеку к регистрации в этом сервисе. Ну а также еще во многих сервисах для заработка, для привлечения друзей и для увеличения нашей подписной базы. Все, на этом я свой обзор заканчиваю. На связи был Вячеслав Опилкин. Регистрируйтесь в этом сервисе и начинайте пользоваться программой для автоматизации всех ручных процессов.